Ситуация на рынке недвижимости, высокий спрос на жилье в Мариэл и доступность улучшения жилищных условий для жителей региона. Сбербанк провел необычную пресс-конференцию, главным поводом которой стало снижение процентных ставок по ипотечным кредитам. Кроме того, как выяснила наша съемочная группа, получив ипотеку в одном из ведущих банков страны, можно не только приобрести квартиру, но и выиграть солидный денежный приз. Ситуация в экономике страны становится более стабильной. Один из сигналов, указывающих на это, — снижение ставок по ипотечным кредитам, о чем представители отделения Сбербанка в Мариэл объявили в необычной для мероприятий такого формата обстановке на свежем воздухе в новом микрорайоне Малое Медведево. Впрочем, место было выбрано не случайно. Йошкар-Ола в последние годы заметно прирастает новостройками. Существенная часть квартир, в которых приобретается жителями республики с помощью ипотеки. Кстати, если судить по объемам ипотечного кредитования от Сбербанка, региональный рынок недвижимости растет вопреки влиянию кризиса и отчасти даже благодаря ему. В условиях экономической неустойчивости люди охотно вкладывают средства в покупку жилья. Ну а с пониженными ставками по ипотеке сделать это будет еще проще. Сбербанк в очередной раз снижает ставки по ипотечным кредитам. Условия кредитования тоже улучшаются. Мы видим рост спроса на кредитные продукты. Причем ставки по ипотеке сейчас по базовым продуктам у нас находятся в диапазоне от 12% годовых. То есть, ну, можно, наверное, так назвать, что мы возвращаемся потихоньку, медленно, но верно к докризисным уровням. Причем мы видим, что это отражается в том числе в виде спроса населения на кредитные продукты. Можно сказать, что, например, по сравнению с прошлым годом, за первое полугодие этого года, у нас объемы и количество кредитов выросли более чем на треть. При том, что в среднем вот по территории Волгоградского банка это порядка там 17-18%. То есть мы видим, что на рынке Республики Мариэл недвижимость развивается опережающими темпами. В тесном партнерстве с застройщиками Сбербанк постоянно работает над улучшением сервиса. По сути, все, что нужно сделать потенциальному покупателю, претендующему на получение ипотеки, — прийти в офис аккредитованного банком застройщика или риэлтора и выбрать желаемую квартиру. Формирование заявки на кредит, все расчеты и обмен документами осуществляются сегодня в электронном виде непосредственно в офисах партнеров. Кроме того, появляются новые услуги, делающие процесс приобретения жилья еще более удобным. Более 70% кредитов, которые берут наши покупатели, это, конечно, кредиты Сбербанка. Вот. Мы продаем очень много квартир, они у нас быстро заканчиваются. И вот в двух наших новых домах остались, в общем, только трехкомнатные квартиры. Вот. И поскольку покупка трехкомнатной квартиры практически у всех происходит с участием вторичной недвижимости, ну, практически 100% сделок. Вот. И поэтому мы подключили вот эту услугу трейд-ин, когда в качестве первоначального взноса берется вторичное жилье, и мы дальше уже работаем с клиентом по реализации этого жилья. Не только улучшить свои жилищные условия, но и выиграть солидный денежный приз смогли три жителя республики, получившие ипотеку в Сбербанке. Ежемесячно Сбербанк в Мариэл выдает около 300 ипотечных кредитов, и в течение трех последних месяцев среди клиентов случайным образом были выбраны победители, которые получили по 75 тысяч рублей. Впрочем, обратиться в Сбербанк Алевтина Саутова решила совсем не из-за розыгрыша призов. Ее привлекли надежность банка и высокий уровень сервиса. Никаких трудностей, по-моему, не было. Все были очень обходительны, все были очень добрые. У меня было всегда желание поставить везде отлично. Подробнее об ипотечных продуктах Сбербанка на сайте sberbank.ru, в офисах Сбербанка, в офисах партнеров Сбербанка, а также по телефону 8 800 555 55 50. Звонок по России бесплатный.